Приветствую вас, друзья. Очень приятные новости. Хабиб Нурмагомедов сказал по поводу Фаридуна Одилова, что его ждет большие бои именно в этом году. Напомню, что Фаридун Одилов должен встретиться 22 марта против Александра Шлеменко. И по этому поводу Хабиб Нурмагомедов сказал, что если Фаридун Одилов победит Шлеменко, то осенью он будет драться против Владимира Минеева за объединение поясов. Напомню, что Владимир Минеев является чемпионом в лиге IMC Fight Nights, а Фаридун Одилов чемпион в EFC, где является директором этой организации Хабиб Нурмагомедов. Так что они будут объединить пояса Фаридун Одилов против Владимира Минеева. Но нам надо подождать, пока пройдет бой Шлеменко и Фаридун Одилов. Друзья, если состоится этот бой, что вы думаете, кто победит в бою, Владимир Минеев или Фаридун Одилов? Напомню, что Фаридун Одилов является двойным чемпионом в EFC, в лиге EFC, в среднем весе и в тяжелом весе. Так что пишите свои комментарии, а мы пожелаем успехов в предстоящем бою Фаридуну Одилову против Александра Шлеменко 22 марта. Надеемся, что будет победа Фаридуна Одилова, и он обязательно встретится в конце года с Владимиром Минеевым. Друзья, нас ждут супербои. Мира вам и добра!